Ну, честно, всем здравствуйте. У Иринки обед. Сегодня Иринка будет есть пирожочки. Молочком будет запивать. Всем приятного аппетита. Мыли. Какие пирожочки. Кто-то мне написал в комментарии бочка. Тебе, бочка, привет огромный. Что еще хотела сказать? Сегодня Иринка на ужин будет есть пюрешку со скумбрией. Вкусно, кстати. А семейный подряд привет. Вот я тебе говорила, семейка. Пирожочки. Приходи. В гости с Никиткой. Очень вкусные. У меня колбасе не есть. Черненько сегодня сходила в магазин. Купила 3 лаваша. Сейчас покажу. Вот такой лаваш. 2 свежих купила и 2 собаки. Собаки мы тоже хлеб добавляем. На улице же холодно, а собака мерзнет. Всем моим Наташкам огромный привет. Светочке тоже огромный привет. Так что сейчас скумбрия разморозится. Буду жарить. А еще тогда, короче, в магазине ходила, порошок покупала. И купила Яшки на шоколадку. Пришла домой, думала, кофе попью. Она, короче, вся белая. Ну, я пришла в магазин сегодня за лавашом. И говорю хозяйке. Я говорю, шоколад Яшкино. Невкусный, весь белый. Я его даже не ела. Она мне дала свежий винтенголь взамен. Если у нас продавцы хорошие, да? Пошла. Картошка кипит.
Так что, Леночка, приходи. И Галину Ивановну бери с Никитой. Ну, еще много. Ладно, на этом всем пока. У меня там картошка уже почти готова. Надо скумбрию резать. Так что не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Бочки, привет. Там еще какой-то тоже привет, не помню. Всем пока.